И всем привет, с вами Каиса, и я начинаю проходить второй аддон к второй части Tomb Raider, который называется The Golden Mask. Золотая маска. Так, давайте посмотрим на настройки. Так, дом Лары у нас здесь не работает. Так, ну, кнопки, все нормально, я подстроил уже. Да, это я для себя чуть-чуть побегал, прошел один уровень, вроде все работает. Так, ну что ж, начинаем новую игру. Так, вот мы откуда-то упали в воду. Что ж, плывем. Так, и тут у нас акула большая. Расстреливаем большую акулу эту. А то она много хп снимает. Так, давайте возьмем спички. Убьем ягуара. Отлично, убили. Так. Давайте посмотрим, как миссия у нас называется The Cold War. Холодная война. Называется. Так, давайте сохранимся. Сохраняться можно в любом месте и на разные слоты. В отличие от PlayStation версии. Да, я хочу сказать, что это ПК-версия, потому что этот аддон официально только издавался. Да и неофициально он не издавался на другие платформы, только на ПК. И все, и больше ни на что. Так, берем стрелы для гарпуна и, собственно, сам гарпун. Так, тут стрел для гарпуна много, где разбросано. Давайте искать их. Да, и хочу отметить, что графика ПК-версии намного превосходит PlayStation графику. Поэтому это только плюс, чем минус, я думаю, будет. Так, ищем, что у нас есть еще в воде. Ищем. Так, давайте повнимательнее посмотрим, что у нас здесь есть. Так, какие-то ящики стоят. Так, ну окей. Так, давайте наберем воздуха. Так, набираем воздуха. И плывем в пещерку какую-то. Так, что-то у нас тут есть. Нужно нажать... зайти в инвентарь и взять этот предмет. Тогда заиграет вот такая вот музыка, которая оповещает, ну, о нахождении секрета. Давайте посмотрим статистику, кстати говоря. Да, у нас вот такое золотишко, в общем, в виде секрета. Если в Tomb Raider 2 у нас были дракончики, то тут у нас такие разные золотые предметы. Так. Ага, вот еще стрелы. Берем еще стрелы на ящике. Так, возможно, я даже где-то и упустил еще стрелы, потому что пространство-то огромное, все сразу разглядеть не так-то просто. Так, ну давайте еще чуть-чуть поплаваем. Так, там ящики, бочки, ящики. Так, что у нас тут? Тут я точно был уже, плавал я тут. Так, давайте сюда попробуем. Так, заканчивается воздух. Так, здесь мертвая акула. Окей. Так, тут ящики. Так, ящики. Нет, я не вижу. Ладно, плывем обратно, где мы убили акулу. Так, это нам куда сейчас? Направо, да? Так, и плывем на этот выступ, где мы можем залезть. Так, залазим на выступ. Давайте посмотрим, что у нас есть вообще. Пистолеты.
ружье, 2 патрона, гарпун, 18 патронов, спички, 8 штук, одна большая аптечка и одна маленькая аптечка. Так, там мы убили ягуара, окей. Давайте сохранимся. Так, что у нас здесь есть? У нас здесь есть патроны к ружьишку. Давайте их возьмем. Так, еще патроны к ружьишку. Давайте их возьмем. Так, и что-то покатилось. Валун. Да, нужно было отпрыгнуть вовремя. Так, вон там еще на нас один ягуар бежит. Убиваем его. И заходим в пещеру. Слишком темно. Здесь, так, берем еще патроны к ружьишку. Так, и выходим отсюда. Вроде как здесь больше ничего нету. Так, что тут у нас? Давайте посмотрим. Так, еще один ягуар. Убиваем. Так, там спички внизу. Так, а здесь у нас стоит блок. Давайте его отодвинем. Так, и под блоком у нас есть аптечка маленькая. Берем ее. Окей. Так, ну, можно из пистолетов, в принципе, стрелять. Какое-то освещение нам оно дает. Небольшое. Так, залазим сюда. Давайте сохранимся. Так, сохраняемся. Так, и бежим вперед. Потому что валуны катятся. Так, а тут еще и ягуары. Убиваем ягуара. Так, и берем еще патроны к шотгану. Отлично. Так, кто-нибудь еще есть тут? Так, я там видел спички. А вот спички, кстати говоря. Давайте их возьмем. Так, здесь мы убили ягуара. Тут еще патроны к шотгану есть. Забираем их. Так, замечательно. Так, и теперь идем дальше. Откуда валуны катились, идем туда. Так, внизу у нас что-то есть. Давайте спрыгнем вниз. Что тут у нас есть? Да ничего у нас тут нету. Тогда залазим выше. Давайте сохранимся. Так, и бежим вперед. Так, еще валун выкатился. Здесь берем в левом углу еще патроны к шотгану. Так, а что тут с валуном? Так, один сюда валун укатился, вот, в стену прям. Так, и у нас там есть проход. Так, там у нас ничего нет. Значит, бежим сюда. Что у нас здесь есть? Так, заиграла тревожная музыка. А тут у нас лесенка. Лезем по ней наверх. Так, забираемся наверх. Давайте возьмем шотган. И сохранимся. Так, здесь у нас большая аптечка. Так, понятно. Там какой-то чайник вышел. Убиваем его. Так, что у него есть? Патроны к М16. Неплохо. Так, идем вперед. Так, там еще один чайник. Валим его. Так, что у тебя? Еще патроны к М16.
Здорово. Так, тут у нас ничего нету. Тут у нас какие-то бочки. Давайте сохранимся тогда. Да, хочу сказать, действие игры происходит в СССР. В России или в СССР, кому как нравится. Так, давайте вернем пистолеты. Так, что у нас тут есть? У нас тут нужно прыгнуть вперед, чтобы пройти дальше. Так, тут у нас какие-то блоки. Давайте отодвинем блок на себя. Так, больше не можем. Прыгаем на блок. Так, тут еще один блок. Так, двигаем этот блок до конца. Так, и идем ко второму блоку. Отодвигаем его на себя. Так. И теперь идем в проход. Что там у нас есть? Бежим в проход. Ага, здесь у нас маленькая аптечка и патроны к шотгану. Больше ничего нету. А, ну тут какое-то пространство есть. Что за пространство? А, ну это мы возвращаемся, собственно говоря. Так, что мы делаем дальше? Можно посмотреть, что здесь у нас есть. Может быть, что-то есть. Так, ну здесь я ничего не вижу. Так, внизу ничего нету. Значит, мы лезем на блок. Здесь у нас лесенка наверх. Полезли наверх. Так, лезем наверх. Так, что у нас тут есть? Маленькая аптечка. Давайте ее возьмем. Ага, взяли маленькую аптечку и лезем на блок. Так, орел у нас тут где-то летает. Вон он. Давай, орел. Убиваем орла. Так, давайте подойдем к краю и посмотрим, что у нас там есть. Спички, кстати говоря, у нас тут есть. Надо их взять. Так, а здесь у нас тарзанка. Тарзанка у нас здесь сквозь пропасть. Да, внизу пропасть. Ну что ж, идем к тарзанке. Будем, значит, по ней спускаться вниз. Так, давайте сохранимся. Спускаемся по тарзанке. Так, давайте здесь упадем. Так, кто где? Ага, вот у нас ягуар. Еще один орел. Убиваем орла. Ягуара валим. Так, еще орел. Отлично, убит. Так, теперь куда? Теперь нам нужно потихонечку вниз спуститься в пропасть. Так, давайте сохранимся. Окей. Так, и вот здесь у нас есть лесенка, к которому мы можем спуститься вниз. Так, прыгаем в пропасть. И мы в ней. Так, бежим вперед. В пещерку. Так, впереди у нас есть ягуар. Стреляем в него. Так, валим его. Отлично. Так, и бежим дальше. Залазим на блок. Так, здесь у нас патроны к шотгану и второе золотишко. Давайте зайдем в инвентарь перед взятием. Так, и берем.
Так, и заиграла музыка, которая извещает нас о втором секрете. Да, вот у нас два секрета. Так, теперь спрыгиваем вниз. Так, и мы оказались в знакомом месте, в знакомом. Так, теперь будем возвращаться. Нам вновь надо к Тарзанке. Так, поднимаемся по лестнице наверх. Здесь мы прикончили бандитов этих. Так, и бежим вперед. Поднимаемся вновь к Тарзанке. Так, запрыгиваем на блок. Поднимаемся выше. Так, давайте сохранимся. Сейчас мы проедем на Тарзанке до конца, не отпуская рук. Так, понятно, нас раздавил валун. Угу, понятно. Так, дубль 2. Так, спасаемся вот так вот, делая... Повисли на руках, и валун над нами прошел. Так, давайте спустимся вниз. И возьмем здесь полезный предмет. Штурмовая винтовка М16. Отлично. Так, теперь поднимаемся вверх и вылазим отсюда. Выбираемся потихоньку. Так, ну вот мы где-то мы оказались. Так, давайте снова сюда сходим и пробежимся чуть вперед. Вот сюда вот. Что у нас здесь? Так, еще один бандит. Стреляем в него. Подыхайте уже. Отлично, убиваем его. Что у него есть? Патроны к М16. Ну, неплохо. Давайте, кстати, подлечимся, а то у нас здоровье уже не важно. Так, и ключ. Берем ключ. Что за ключ? Guard room key. Так, отлично, взяли ключ. Так, тут у нас маленькая аптечка за решеткой есть. Так, а здесь у нас есть рычаг. Давайте откроем, отпустим рычаг. Так, мы открыли дверь. Так, какой-то чайник вышел. Давайте ружьишко возьмем. Так, где ты, чайник? Назад. Тут у нас окно. Так, а тут у нас закрыта дверь. Так, а здесь у нас что-то есть, да? Решетка, и там наши предметы. Давайте откроем дверь. Да, отлично, ключ подходит. И вооружаемся ружьишком. Ну давай, иди сюда, гад. Давай, давай, давай. Мочим этого чайника. Так, у тебя что-то есть? Нет. Пустой чайник оказался. Да, пустой. Такое тоже бывает. Так, давайте пробежимся где-нибудь здесь. Так, что у нас тут есть? Это дверка. Решетки.
Патроны, кстати, к магнумам. Да, мы еще должны найти магнум где-то. Так, что есть здесь еще? Здесь есть блок. Давайте его двинем вперед. Так, отлично. Что у нас справа? Так, идем аккуратно. Вперед. Тут у нас пропасть. Так, давайте сохранимся. И прыгнем вперед с разбегу. Отлично. В пропасти у нас ничего нету. Так, прыгаем вперед. И куда-то скатываемся. Здесь у нас мы находим магнумы. Отлично. Можно ими вооружиться, кстати. Они получше пистолетов будут. Помощнее. Так, и тут открылась дверца. Да, мы сделали круг. И теперь мы бежим. Теперь мы бежим в эту дверь. Так, здесь мы берем патроны к ружьишку и патроны к магнумам. Отлично. Так, а теперь бежим в дверь. Давайте сохранимся. Бежим вот сюда, в дверь. Что тут у нас? Так, там у нас аптечка маленькая есть. Так, там чайники стоят. Предлагаю взять М16. У нее дальность стрельбы хорошая. Хорошо из нее издали стрелять. Вот. Так, ну где ты, чайник? Так, одного взял на прицел. Так, иди сюда, гад. Ну уже, подходи. Давай, гад, иди сюда. Так, вон чайник, вон. Лара, попадешь? Так, там... Отлично, один чайник готов. И чайник внизу. А вон еще наверху там где-то ходит чайник. Ах ты гад. Ладно. Что у нас здесь? У нас здесь есть какой-то скат. Мы куда-то скатимся, если прыгнем вперед. Давайте сохранимся. Ага, понятно. Убиваем чайника. Нет, давайте перезагрузим. Не будем мы туда прыгать. Посмотрим, что у нас здесь есть. Ага, вот здесь мы можем вылезти спокойно. Так, как это сделать? На руках. Спускаемся вниз. Так, спускаемся вниз, птица. Убиваем птицу и чайник вдали. Так, убили или убежал, гад? Так, и там наверху еще один был чайник. Ну, давайте, иди сюда, гад. Не идет, гад. Ну ладно. Так, идет. Чайник, ты где? Ну ладно, хрен с ним. Давайте посмотрим, что у этого чайника есть. Патроны к М16. Так. Убиваем ягуара. Давайте магнумы пока возьмем для близи что-нибудь. Так, здесь у нас маленькая аптечка есть. Берем ее. Отлично. Так, что у нас тут есть еще? Слишком темно, чтобы что-то увидеть. Ну да ладно.
Так, что у нас есть справа? Ага, у нас есть снегоход. Можем покататься. Но это можно чуть-чуть позже сделать. А сейчас давайте в пропасть слезем вниз. Так, у нас в пропасти кто-то есть. Давайте М16 опять-таки возьмем. Посмотрим, что нам тут есть. Ага, Ягуар, понятно. Ягуар у нас пропасть. А вот и чайник показался. А ну иди сюда, гад. Давай, 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 давай. Так, где-то Ягуар был в пропасти. Так, стреляем в того чайника, пока он не упадет. Отлично, готов чайник. Так, теперь нас Ягуар внизу ждет. Я его. Готов. Так, теперь берем магнума и слазим вниз. Там у нас есть полезные вещи. Да, это у нас лесенка. Так, что у нас есть? Патроны к ружьишку, спички. Берем все, берем. Так, что тут у нас? Давайте возьмем пистолеты. А, тут тупик. Мне ничего нет. А, здесь у нас есть лесенка. Лесенка есть. Но я вот подумал, может нам на снегоходе лучше всего будет перепрыгнуть ту преграду. Так, залазим наверх. Так, у нас есть снегоход, да. Давайте залезем на него и сохранимся. Сохраняемся. Так, едем вперед. Черт. Да, это было неровно. Окей, согласен. Дубль 2. Опять не туда. Нам нужно ровно попасть вот. Черт, опять я не попадаю. Ладно, давайте еще разок. А сейчас я тупо не допрыгнул. Ага, понятно. Так, еще одна попытка. Черт, нет, тут без ускорения вообще никак. Поэтому ускорению лучше всего зажать. Отлично. А, черт. Черт, черт, черт. Так, следующий дубль. Так, я куда-то попал. Тут закрытая дверь. Давайте оставим здесь снегоход. И посмотрим, что есть у этого чайника. Так, патроны к М16. Понятно. Так, а зачем я сюда въехал? Просто я пригнал сюда снегоход. Тут мы должны будем открыть дверцу. Это значит чуть позже. А теперь мы прыгаем на лесенку. Вон ту лесенку. Хотя как мы на нее прыгнем, тоже вопрос такой интересный. Так, а куда же нам теперь? Куда же нам теперь? Вряд ли я допрыгну до той лесенки. Хотя, может, я рано на снегоход залез вообще. Ладно, давайте это позже сделаем. Так, сейчас загрузимся. Значит, рано я
сел в снегоход. Сейчас просто слазим вниз. Так, идем к той лесенке дальней. Так, и залазим по ней вверх. Так, лезем, 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 лезем. Давай, Лара, не кряхти. Кстати, форма на Ларе из тибетских уровней. В Tomb Raider 2. Так, чайник убитый. Чё у тебя есть? Так, ну у него патроны к магнумам, да? Понятно. Там какие-то окна. Ладно, да, давайте тогда сначала туда спустимся вниз. Посмотрим, что у нас там есть. Потом туда сходим. Так, спускаемся вниз. Чё тут есть? Так, запрыгиваем вверх, берем аптечку и патроны к М16. И берем в руки М16. Нам сейчас придется стрелять. Вот в этого чайника. Давай, давай, едь сюда. Отлично, готов чайник. Лучше стрелять в него с блока, потому что он может задавить легко. Так, кстати, у меня ХПшечка страдает. Давайте подлечимся. Где-то я уже потерял ХПшечку, это не очень хорошо. Так, здесь у нас патроны к магнумам. Берем их. Так, а что у нас тут? Что у нас тут? Собственно говоря, ничего у нас тут нету, просто снежная поляна. Так, кстати, можно сесть на вражеский снегоход, если это что-то даст. Куда-нибудь поехать. Серпом туда. А нет, черт, не едет он туда. Пригнать его обратно. Можно его пригнать вот туда вот. Ладно, давайте его здесь оставим. А сами пойдем вниз. Так, идем вниз. Да, там должна открыться дверца. По идее. Так, ну у этих чайников ничего нету. Нету. Нет, дверца не хочет открываться. Ладно, окей. Значит, рано я сюда пришел. Давайте тогда сходим туда, в окна. Так, ну давайте сядем во вражеский снегоход и поедем. Сохранимся сначала. Так, и поедем вперед. Так, мы куда-то приехали. Так, едем вперед. Вот чайник, стреляем в него. Стреляем, готов. Так, у нас есть еще один вражеский снегоход. Так, давайте здесь где-нибудь поедем. СССР, кстати, вон у нас. Серп и молот СССР. Блин. Черт.
Это было очень глупо. Ладно, давайте заново. Так, ну где ты, чайник? Где он? Все, слазим с этого снегохода, хватит. Так, что у нас там? А, там у нас ничего нет, там у нас пределы карты, граница. Так, что здесь? Что тут у нас? Так, там у нас что-то есть определенно. Давайте попробуем пробить эту стену. Может получится, может и нет. Ну да ладно, давайте уберем снегоход только. Так, и все, хватит кататься на чужом транспорте. Давайте пешком все осматривать продолжим. Так, давайте возьмем магнумы. Будем все осматривать. Так, ну здесь какая-то стена. Какая-то стена, она закрыта пока что. Так, оттуда мы пришли. Есть проход сюда. Ну что ж, давайте сходим сюда. Так, три валуна за решеткой. Ага, рычаг. Давайте опустим рычаг. Валуны покатились. Так, берем М16, потому что там чайник ходил. Так, ну давай, чайник, беги сюда, гад. Убиваем чайника. И пойдемте зайдем в его домик. Так, что у него есть? Маленькая аптечка и патроны к М16. Неплохо. Так, тут есть рычаг. Тут есть решетка. Давайте опустим рычаг. Так, что-то мы сделали. Что-то мы сделали где-то там. Так, а тут у нас вода. Отлично. В луны пробили тут все. Так, плывем, значит, по воде. Так, наверху у нас что-то есть. А, ну это та решетка, на которую я наступал. Так что не обращаем внимания, здесь просто мы можем набрать воздух. Плывем дальше. Так, и мы куда-то приплыли. Мы куда-то приплыли. Впереди у нас есть валуны. Есть валуны. Там у нас третий секрет, кстати говоря. Так, наверху аптечка. Давайте найдем, где забраться. Так, здесь мы не заберемся. Вот здесь мы можем забраться. Забираемся наверх. Так, и отбегаем. Вот здесь вот, да, здесь мы можем забраться еще. И забираемся выше. Так, где мы оказались? Так, мы видим луны, скатываемся вниз. Немного. Давайте сохранимся. И прыгнем за аптечкой. Прыгнем за аптечкой. Берем большую аптечку. И валуны пробили там. Пробили там все, да. И теперь у нас там высоко для нас там. Кстати, там у нас... Кто-то есть. Давайте пробежимся по платформам. Так, пробежались по платформам. Теперь нам нужно слезть вниз.
Там у нас есть снежные люди. Я их в первый раз, когда для себя попробовал этот уровень, я их убил. Ну, а потом я почитал про этих снежных людей. Оказывается, что их лучше не убивать, потому что они мне помогут. Так, здесь у нас все морозит. Так, а здесь у нас, кстати, есть обойма Кузи. И гранаты у нас тут есть. Так, давайте магнумы в руки возьмем пока. Так, и будем спускаться вниз. Вот тут мы сможем спуститься, а сейчас давайте сохранимся. Так, сохранились. И спускаемся вниз. Так, снежные люди. Вы кто такие? Где они? Вот он, гад. Что тебе надо? А, ну они меня вообще не трогают, можно сказать. Так, что у нас здесь есть? У нас здесь есть маска. Давайте разобьем стекло. Да, у нас здесь именно стекло. И возьмем череп. Перед этим зайдем в инвентарь и возьмем череп. Так, но музыка все равно не заиграла. Так, а у нас здесь... Так, давайте подлечимся. Так, убиваем этого чайника и берем у него маленькую аптечку. Ах ты гад! Ах ты тварь! Берем магнумы и убиваем этого чайника. Да, снежные люди мне реально помогли. Так, того чайника вообще не... Так, ну и сами они все погибли. Так, берем патроны Кузи. Так, и бежим в правую пещерку. Давайте посмотрим, кстати. Три секрета есть. Музыка, правда, не заиграла. Так, это Ягуар. Он бежит ко мне. Убиваем его. Так, ну там у нас ничего нет. Давайте залезем здесь по лестнице. Лезем по лестнице вверх. Так. Залазим вверх. Так, вроде как лестница кончается, но Лара продолжает лезть. Так, мы где-то оказались. Давайте прыгнем вперед и сохранимся. Дверка какая-то открылась. Сохраняемся. А, ну мы оказываемся в знакомом месте. Да, у нас здесь вода. Здесь. Так, теперь мы бежим вперед. Да, у нас здесь стена открылась просто. Так, убиваем чайника. Давай, чайник. Отлично, один готов. Вот второй. Стреляем в него. Готов. Так. Давайте осмотрим этого чайника. Чего у тебя, чайник, есть? Патроны КМ-16, здорово.
Так, тут у нас спички, кстати, есть. Давайте их возьмем. Так, берем спички. А у тебя что, чайник? Патроны к магнумам. Отлично, берем. А теперь давайте сохранимся, потому что нам сейчас придется сделать сложную вещь. Давайте подойдем поближе и посмотрим. У нас внизу патроны к УЗИ и большая аптечка. Значит, туда можно попасть. Что мы делаем? Разбегаемся и прыгаем вперед, чтобы зацепиться руками за край платформы можно было. Так, и перемещаемся до конца влево. Теперь нам нужно на 100% подлечить здоровье свое. На 100%. Ну, используем большую аптечку. Большую аптечку. Или маленькую аптечку. Как лучше. Давайте большую используем. Хотя нет, давайте маленькую. Но это не будет 100%. Поэтому давайте еще одну маленькую используем. Так, теперь прыгаем вниз. Еле мы уцелели. Теперь используем большую аптечку. Давайте зажжем спичку. Так, и посмотрим. Патроны к УЗИ. Большая аптечка. И сами УЗИ. Да-да. Так, а теперь здесь мы залазим по лесенке вверх. Так, лезем вверх. Да, я здесь, кажется, снегоход оставил. Так. Идем дальше. Так, там у нас впереди дверца. Впереди дверца. Давайте опустим рычаг и откроем дверцу. Там еще один чайник. Давайте сначала сохранимся. Так, сохранились и идем вперед. К чайнику тому. Куда пошел, гад? Так, убиваем его. У него маленькая аптечка есть, да? Берем ее. Берем маленькую аптечку и идем дальше. Так, есть у нас все патроны к магнуму. Так, а нам здесь... Можно, кстати, и без снегохода здесь вот так вот пройти дальше. Так, упали в какую-то яму. Что здесь у нас? Давайте сохранимся. Так, сохраняемся. И здесь у нас две дырки. Судя по всему, нам нужно по центру идти. Валуны у нас там прокатились. Так, идем вперед. Вон впереди чайник, расстреливаем его. Готов. Так, что у него есть? Патроны к магнумам, отлично. Так, тут большая аптечка есть. Берем большую аптечку. Так, что у нас дальше? Бежим дальше. Что у нас здесь есть? Так, сзади у нас чайник. Стреляем в него. Отлично, готов. Ключ у него и гранаты были. Отлично, ну... Так, открываем ключом дверь. Открываем дверь. Так, и заходим в дверцу. Ягуар у нас здесь.
Сбиваем ягуара. Давайте сохранимся. Так, и бежим. Бежим вперед. Что у нас тут? Так, что у нас здесь есть? А, у нас здесь есть рычаг. Вот чего. Опускаем рычаг. Так, и мы открыли следующую дверцу. Так, возвращаемся. Так, и бежим вперед. Чайник. Валим его. Так, у одного гранаты берем. Отлично. Давайте УЗИ возьмем, постреляем из УЗИ. Так, что у нас тут? Тьма кромешная. Давайте зажжем спичку. Посмотрим, что у нас тут есть. Так, везде надпись СССР, СССР. Так, патроны к шотгану. Вот, чайник. Стреляем. Один, второй. Орел еще. Так, стреляем в орла. Так, а что тут у нас есть? Патроны к шотгану. Берем их. Так, где моя спичка? Ладно, давайте новую зажжем и посмотрим, что у нас здесь есть. Конкретно ничего тут нету. Так что идем вперед. Так, что у нас тут? Тупик, тупик. Ладно, бежим вперед. Так, наверху чайники, понятно. Надо М16 взять. И подлечиться, кстати говоря. Так, а теперь возьмем М16. Раз они наверху, М16 отлично их возьмет. Так, ну где вы? Где вы, урод? Так, убежал один гад. Ну давай, 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 давай. Готов. Так, где-то еще, да, один? Так, ну как мне туда залезть, чтобы что-то взять? Вот вопрос. Так, ну ладно. Что у нас здесь? Рычаг. Давайте опустим рычаг. А, вон он, гад. Наверху. Так, мы открыли люк в полу. Берем М16. Там у нас чайник еще один наверху. Убиваем его нахер. Так, есть люк. А есть... Есть ли способ туда забраться наверх? Ну да ладно. Давайте возьмем УЗИ. И прыгнем в люк. Там у нас вода, отлично. Так, мы где-то оказались. Снежное все. Льдины, понятно. Так, выплываем. Вот у нас пещерка. Так, и плывем вперед. Снежные люди. Так, и миссия пройдена. Секретов 3 из 3. И другая статистика. Сколько убито, сколько выстрелено, сколько я подлечился. Так, ну что ж. Что будет в следующей миссии, вы узнаете.
вы узнаете в следующей серии. А сейчас я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся. Увидимся. Пока-пока.